Привет, добро пожаловать. Это Лустен Вива. Сейчас мы загрузимся. Я решил начать прямо отсюда, потому что даже загрузочный экран здесь крутой и быстрый. То есть очень быстро все происходит, все зашибись. Рассказывай, как у тебя дела? Что у тебя интересного? Ждал ли новую серию? Бля, я помню, я забыл, где мы, сука, это то самое место. Ой. Да, есть тут эта локация. И надо сделать, наверное, погромче будет. Потому что там какая-то дичь происходит, творится. Ладно, хорошо. Все вроде бы пишет, все нормально. Бля, куда нам надо бы? Вот. Как минимум, начать с кошмара. Посмотреть, что там у нас на пропавшей кассете. Что там интересненького было и страшного. Загрузочка. Ох ты, ёбаный насосик. Так, и что тут у нас? Какая-то хижина, какие-то люди. Это что такое? Пикап. Эти спички. Что? Уи-уи-у. И что? И что дальше? Burn the idol. Burn — это же сжечь, по-моему, да? Сожги идола, must stop it. Ну, чтобы остановить это. Надо же. А кто идол? Я надеюсь, не я. Это было бы грустно в этой игре. Либо собака, либо мы, потому что, как говорится, второго не дано. I need the firewood. Мне нужны эти фаервуды. Ну, ты понял, да? Ты понял, что тебе нужно? Тебе нужен фаервуд. Мы сейчас найдем. В смысле? Это что такое, блядь? Это та хуета, которая сюда движется. Я должен успеть. А? Тук... Our son. Хорошо. Тук так тук. Мне нравится, ты знаешь, как раньше в рэпе, когда вот до новой школы, которая сейчас это появилась, скры прочее, там где вот штуки использовались. No food left. Типа, не оставляй никакой еды, да? Мы учим вместе с тобой английский. Это хорошо. А где я тут должен найти так называемые эти... Фаервуды вот тут, наверное, да, в зеленых уйдет. Have to pray to eat give flesh. Это что такое? Почему оно такое зеленое? Непонятно, короче. Непонятненько. Где я должен найти, по-вашему? А тут не показывает. Где я должен фаервуд найти? А, еще второй этаж есть, точно. Точняк, блядь. Что-то пришло, блядь. Телефон, лучше так не делай. Серьезно, братан, когда я играю Lost in Vivo, это можно взять, да? Pick it up. Это, знаешь, это похоже на пиксельный Outlast. Ебать. Вот это сильно. В смысле? Я же взял. А, давай, наверное, знаешь, что сделаем? Наверное, вот где-то здесь вот я пробегал. Вот тут, наверное, вот сюда надо было поставить. Нет? Почему нет? Плохо дело, плохо. Это я смотрю. Бля, вот же оно. Не проснулся, я только чаек себе запарил. Все. Light here, давай. А, все, мы сделали, бревна положили. Сжечь нужно маску идола. Маску идола, как все у нас заребило, бля. Пожалуй, надо сохраниться. После таких вещей, после... этих кошмаров желательно засейвиться. Благо, мы можем это сделать. А теперь давай думать, куда нам идти дальше. Потому что я что-то не понял, куда нам надо. Блядь, патронов еще мало. Твою-то мать. Тан-таран-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Да, я всегда себя пытаюсь как-то взбодрить и развеселить. А значит, подожди. Лобби. Это мы сейчас в лобби. Куда нам надо? Непонятно. Тишина и покой. Ой, как хорошо. Приятно, когда в игре спокойно. Я рад этому. А, здесь сломалась ручка. It doesn't work. Я понял тебя. Головой своей разбей. Там же все равно уже ничего не осталось, да? От этих кошмаров, этого ужаса. Как же можно башкой было бахнуть, блядь? Это же как Буратино. Ух.
Такой эффект я в своей жизни достигал несколько раз, когда эквализировал звук, чтобы найти резонансную частоту. Там, делаешь поверху, и такой же вот этот. Может, они тоже так делали? Кима или Кира, как зовут этого разраба? Блять! Назад, 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 спокойно. На нахуй! На нахрен, сучьего леса! Да, походу, я уже того ёбом токнулся, как говорится. Это же не последний, правда? Это ж только начало. Брокен. Так, если он оттуда пришел, значит, нам либо сюда, либо куда-то вот в эту область. А, доктор Пик, я реально не помню, серьезно. Я не помню, куда надо было идти. А, здесь мы были, по-моему, да, мы здесь уже бывали с тобой. И чё? Да, это я помню. Это я тоже видел. Так, здесь крышки. Ну, мы можем по второму кругу пробежаться. Чего же нам-то? Кошмар-то. Первый раз, что ли? Блядь, да ты же умер же, сука! Блядь, тут два патрона, тут три, сука. Как же не напрягает? Мне внутри аж сжимается все, понимаешь? Бля, вижу это. Ебеныч бежит сюда. Тут я открывал. Это офис этого мистера... Где это самый главный картотроник был тут. Тут лежало его тело, потом тело пропало, и мы вышли, и все пошло по пизде. Это я помню. Это я помню. Так, хорошо. Налево-направо нельзя. Тух-тух-тух, это они бегут сюда. Или нет? Я не знаю уже, блядь. Тут как-то все вперемешку. В смысле, блядь, ты чё? Слышь, Орликина ссаный, ты чё делаешь? Прыжки, блядь. Ладно. А, это я назад вернулся. Я понял, понял. Так, подожди-ка. А сюда? Сюда тоже может. Тут где-то душевая была. Это, наверное, оно, да? Что это? Это похоже на мой класс информатики в школе. Нет. Или да. Тут были. Тут были. Куда же нам надо? Подожди, где там кнопки? Лаборатория, холдинг... А здесь не пишется. Вот нить потеряна была, понимаешь, в той серии. Все, давай. Бля, пацаны, патронов не хватит, я вам уже говорил. Не доебывайте, пожалуйста. Так, тут Брокен. Что здесь? Да что ж такое-то, блядь? Там они упали, как Лёлик и Болик, блядь, чисто. А, так, давай сюда тогда. Лаба номер один, да? Непонятно, а что делать-то? Тут я тоже был. Это вода, я помню. Что я, блядь, там делал в той серии уже? Хоть бери да включай, серьезно. Как это? Ты же лежал, говно. Мы же его вырубили. Алло. Слышь, ублюдок, блядь. Ебать. Сука. О, блядь, еще второй. Подожди. Ты не дал мне... Еще и третий? Откуда вас столько? Что там, по паре ходите, что ли? Так, патронов все меньше и меньше. Патронов 12 штук. А пиздюков значительно больше. Тут спокойно. Там, получается, неспокойно. Здесь спокойно. Это мы тоже делали, видели. Там лаборатория. Там лаборатория. Ты честно, как память отшибла, блядь. Я не помню. Мы нашли врача. Что-то мы узнали. И все. И на этом... Да идите нахуй. С пляжа, блядь. Все, заебали. Здесь я тоже был. Здесь я тоже был. И мы нажали, по-моему, какую-то кнопку, да? Или нет? Орликина, блядь. Да, память... Либо мы так и остановились ни на чем, понимаешь? Давай сюда. А, это мы сейчас в раздевалке выйдем, да? Сюда вот. Ну, понятно. Это такой вариант, просто можно наискось пройти, как бы, и все зашибись будет. А, хорошо. Вот сюда тогда. Я больше не знаю, куда. Тут мы были. Тут жутко было. Я помню это. Картин каких-то рогатых. А, твари, что-то. Вот это может быть. А я бы мог бы так сделать. Если бы я разрабатывал, я бы, наверное, так и сделал. Что это? Стремота какая-то. А так, двери есть какие-то вообще? Это мы смотрели.
Вся проблема в том, что патронов почти нет, и мне нужно как-то вернуться. Доктор Брандл, вон там и были. Лаборатория 2. Это типа первый этаж. Access Floor 1, видишь, что здесь на первый уровень доступ. А надо либо найти уровень 2, чем сейчас мы и займем. Так, сейчас эти пиздюки будут. Так, спокойно, не надо. Блять, это я не помню этого. А этого не было. Ходил, бродил, блять, ходил, тусил, как Додя какой-то. А оказалось, что надо было только здесь пройти. Либо игра специально так сделала. Нахуй знает, что делать, блять. Просто идешь прямо и все. В подобных играх иначе никак. Блять, ебаная собака, блять, ты чупка. Ладно, я рад тебя видеть, но так больше не делай. Сердце одно, и нервы тоже. Ой, ёпта. Блять. Господи. Родной, ты так не делай, пожалуйста. Ну, я тебе говорю. Ты хороший, я не спорю. Ты просто милаш, обоняш. Сделал ласковые слова, но... Чего? А чё он такой, как... Что ты делаешь, блядь? Ты какашка, что это? Что ты делаешь? Смотри, на него можно сесть и как на это, как... Так на маленьком лимузине кататься. Он прикольный такой, няшный, смотри какой, а? Какой песик, блядь, а? Нормально, только если бы не пугал бы, давай посмотрим поближе. Смотри в глаза. Плевать, что пиксельные они. Смотри. Давай заглянем в душу к собаке. Так, что у нас в собачьей душе? Так, значит, все плохо. Там, видимо, две ямки — это ноги. Очень интересно. Точно ли ты мой пес? Я уже под сомнением, блин. Он достал оттуда какую-то херню. Доктор Брандл. Доктор Пекинини сошел с ума. Он атаковал меня в моем офисе с криками. И что-то там он, короче, сделал. Он начал нападать, но мы поняли. Пошли, мой хороший. Как-то странно, блядь, что собака оказалась прямо здесь, вот именно в этот момент. Хорошо, что я чай не пил, блядь, я еще так не орал. Блядь. Чего, блядь? Тебя опять смыло, что ли? Как это произошло? Что? Что вообще происходит в этой игре? Где это я, блядь? А, это подвалы какие-то. Районы, подвалы. Правильно, одной ручки нам мало. Ну, понятное дело, что сломано. Бум-бум. А оружие? Оружия нет. Вообще все забрали. Все, что было, все забрали нахер. Ты лбом не ударишься там, нет? Па-па-ра-па-па. Хорошо. Нормально все. Да, есть такое. Я понял, все зашибись, блядь. Опять лаборатория, что ли? Я уже был здесь. Что это за проход? Это строили господа Равшана и Джамшуда и не достроили, видимо, да, проходит. Там что-то лежит. Естественно, моя натура хочет это взять, понимаешь? Вот откуда пошло выражение, да, взять натуры. Нет, на самом деле не отсюда. Это мы уже так придумали. Хорошо. Сука, напрягает у меня свет этот клавиатурки. Чего? Какой дебаг, блядь? Родной. Ебать, ты откуда взялся, сука, ты с той серии? Это врач, которого мы в себя, короче, впитали, видимо, как негативную энергию. Теперь мы его отродили обратно с помощью логов Unity Engine Debug, вон, который написан. Инвалид класс, блядь, вот инвалид и появился, смотри, без ноги, блядь. Нихуя, а че он тут должен был быть? Пиздец игра, конечно. Понимаешь? Даже с помощью якобы завуалированно под какие-то глюки и проблемы можно сделать вот такие вот забавные штучки. В виде вот этих дебагов и прочего. Так, ладно, поехали. С-
слава богу, хотя бы на Рюгер хоть что-то есть. Хоть немножечко. В смысле, сломано. Чего, бля? Как это сломано? Ты что? Вася, тут нет других дверей. Или мы должны сквозь нее пройти, как в 9 3/4, как Гарри Поттер. Давай. Ладно, давай еще раз. И разогнался. Нет, не работает. Ну, для плохих дверей есть плохая булава, блин. Нет, странно. Я сейчас вернусь, а там... Привет, господин дебаг, блядь. Куда ты убежал? Иди сюда, сычёныш. Ай-яй-яй-яй. О, тут сейва не было вроде бы. Или был? Не было ж сейва. Тут же не было сохранялки, по-моему, сколько я помню. Здорово, Кисунь. Все нормально, Кисунь. Все в порядке. Блять, мы играем 15 минут, но я уже успел посидеть, блядь. Скоро придется волосы подкрашивать, наверное. Так, короче, у доктора Пиканини этого пропала собака, видимо. Пропало животное, он тоже пытался его найти. Это прорисовочка, смотри, вон, видишь, смотри, хоп, хоп. А кажется, как будто что-то открылось. Большие комнаты, это подозрительно. Я понял. Только что я сохранился, но тогда мы туда идти не будем. Значит, наша стабильная тактика и стратегия, которой мы придерживаемся, идем слева направо. То есть по часовой стрелке. Что это? Retinal scan fail. А, это скан сетчатки глаза, он не работает. Я так понимаю... Смотри, как интересно получается. Самый умный зритель, я думаю, что ты входишь в их число, уже понял, что был врач, доктор Брандл. Здесь самый главный, который эти опыты проводил, начальник, короче. Этой хуйни здесь не было. Так вот, сейчас я договорю, пока она не напала на нас. У доктора Брандла, когда мы его нашли, крысы съели глаза. То есть он был уже здесь, потом он с помощью бага появлялся пару раз так же. И там сетчатка глаза, то есть у него съели глаза, понимаешь, какая интересная вот получается цепочка такая. Глаз нет, и сетчатку пройти бы не сможем, блядь. Чё это за хуйня? Ты ещё еблоид, блядь, делаешь-то, падла, блядь. А чё это такое вообще? Тебе зарядить сейчас, что ли? А, так ты убить можешь? Я не знал. Хорошо, спасибо, буду знать. Или мы уже все, младенц превратим? Игра. Уи-уик. Не, ну то, что мне пришел пиздецок, я уже понял. Хорошо. Что дальше? Меня уронили, а вставать я не собираюсь, видимо. Твои глаза такие вкусные глазенки. Твои глаза. То есть я говорил про мистера Брандла и оказался на его месте. Заебись, блядь. Феерическое продолжение игры. Пока, глаза. Пока. Вы служили мне. Я с помощью вас видел весь этот пиздецок в игре. Пугался, орал. И сейчас вы лицезрите, как крысы жрут наши глаза. Не самое пренеприятное то, что можно в игре увидеть. Но это фейл, короче. Но это веселый фейл. Я продолжу. Где я продолжу? Ну, удиви меня, игра. И где будем продолжать с тобой? Где это мы, блядь? В смысле? В смысле? Подожди. Подожди. Подожди, почекай, подожди. Что-то я не... А, подожди, оттуда мы пришли. А где мистер Брандл? Что-то игра меняет, блядь. Короче, если это статуя, меня так вот... Давай тут сохранимся, ладно, в жопу ее. Патрики есть? Это как SCP, который, типа... На который вроде смотреть то можно, то нельзя. Там вот эта вот вариация идет такая вот. Во, давай, родной. И озарила алым светом лицо игравшего вот в это. Бля, нихера я тихо плет, слушай, круто. А где доктор Брандл? Мне так понравилось, когда он меня звал. Ебать, колопать. Так, все, побежали нахуй оттуда. Здесь их много. Так, один, второй. Или это все тот же? Ха-ха, ебанашечка. Нет, 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 нет. Так это дерьмо у нас работать не будет.
А куда мне надо вообще? Какие-то коробочки. Какие-то склады. Надеюсь, не крысы. Фу, what the fuck, motherfucker. Типа nothing? Ничего, ничего страшного. Чья-то куча кишок на полу. Подумаешь, делов-то, блядь. Так, и чего? Мы должны... Блядь, иди ты нахрен. Хуже манекенов подобных игр, наверное, только вот эти вот ребята. Оно такое... Вот это вот, блядь, выражение лица его, это... Блядь. Сука. Ты издеваешься, что ли, уродина, блядь? Еще один сейф? Нет, нам не сюда, подожди, нам туда. Блядь, опять коробки. А понимаешь, если мы здесь зафейлимся, ну, в прохождении вот этом, то назад уже выйти не сможем, поэтому... Поэтому давай, братишка, соберемся мы с тобой. Сука, даже говорить не хочу. Можно их двигать? А я сквозь них прохожу. Там что-то было, по-моему. Либо меня вштырило. Глаз нет. То есть ты в этих кучках ищешь глаза? Серьезно? Ты что, дурак, блядь? Что, тут можно пройти? Блять! Уйди отсюда, сука, ну ты меня бесишь. Ты раздражаешь, уродина, блядь. Серьезно. Этот хер... А как... Цез дым сквозь дым, блядь, как? Как вот, как это произошло, объясни мне. Он просто меня решил ебануть разочек и все. Короче, значит, что мы делаем? Нам нужно, видимо, найти глаза. Среди вот этого мясного цеха полуфабрикатов нужно найти где-то себе глазки, которые помогут открыть сканер сетчатки глаза, естественно. За нами охотится какая-то параболка, хуяболка, я не знаю, что это вообще такое. Но оно готово нас убить. Вот он. Так, где это было? Это было здесь, по-моему, да? Там лежали тела, может быть, у этих тел есть глаза. Это как в фильме «У холмов есть глаза», а может, у тел есть тоже. Так, значит, где они были? Тут не пройти, нихуяшки. Вон они там, а как мне туда попасть? Что-то я пока не очень понимаю, как это сделать. Коробки в этой игре вроде бы как не двигаются, поэтому... Привет. Я здесь не могу пройти. Там нет прохода, блядь. Тут тоже ничего нет. Ай, бля. Ну ладно. Может. Ты чё, бля? Спокойно. Спокойно, родненький. А может, мне не надо к ним, понимать? Там тоже не пройти. Казалось бы, такой вроде на первый взгляд безобидный хрен. А доставляет так много мне проблем. Может быть, здесь? Тут, понимаешь, еще проблема в том, что я бегать особо не могу. Да, я бегаю сейчас, но мы можем напороться на эту статую. Что? А, подожди, нет, нет, я неправильно перевел, твою мать. Вот я лалыч. Вот я лалыч. Там было написано, что пропавший левый глаз был найден. Они... И хера, ну, по-моему, участило появляться, слышь, ебеныч, блядь. Так, давай засейвимся. Прикинь, я выхожу, а он, короче, сзади стоит. Это было хорошо. Все, глаз я нашел. То есть в этих кучках я должен был найти глаз. Пропавший, нужный для сетчатки. Все. Вот так надо было... Что он, блядь, делает? Ебать, он глаз ставил. Вот это все. Я не сюда, подожди. Дружок, блядь, мам, не сюда надо было. И не сюда. Чё за чехарда ссаная? Подожди. Там что, проход пропал, что ли? Я тупой, что ли? Я не могу понять, блядь. Подожди, подожди, подожди. У него теперь есть глаз. А у меня есть пистолет. Зря, наверное, я это делал. Он смотрит на меня, смотри. Видно, я отхожу сюда, смотри.
Так, подожди, ты меня в конвульсионное состояние будешь. Я начинаю задумываться о том, что мы вообще делаем не так. Он забрал эту штуку. А как мне у него забрать его? Тут уже ничего нет. Я же не могу подойти просто взять и вынуть с этой херни этот глаз, понимаешь? Потому что оно меня ловит. Блять! Ёбаный ты насос, ты что? Ты что, сучка, ты ж позорный. Либо он забрал мой глаз, который я нашел. У нас какая-то такая игра получилась. Кто первее найдет глаз профессора? Ладно, хорошо. Хочешь по-плохому? Давай по-плохому будем. Так, значит, смотри, я направлялся... Вот. Он не мог забрать, понимаешь, мой глаз-то, который был у меня. Он похож на чувака из игры Mad Evil. Почему я здесь опять? А, так я шел правильно изначально. Я делал все правильно, подожди. А, ну естественно. Естественно, там сломано. Как же иначе-то? Блять, налево, направо, давай сюда. Неужели? Тут же не было этих ящиков. Пиздец. Просто какой-то пиздец, товарищи. Ну, допустим. Допустим. Че, едем? Поднимаемся. Блин, что-то напряженно как-то прям. Извиняюсь. Надо горло споласкивать, потому что как-то... Как-то здесь, получается, оно пересыхает в этих условиях жесткого ужастика. Итого, что мы делаем? Блять, плохой звук. Плохой звук. Ладно, это самое время отдохнуть, поэтому можно размяться и ждать. Наверное, ничего плохого произойти не должно, пока я еду. В смысле? Все? Это конец? Серьезно? Подожди, а что с собакой случилось? Чуть за хрен был с глазом. Вот такую я получил концовку. А я не знаю, это хорошая Акума Кира. Скажи, пожалуйста, это хорошая или плохая концовка? Ребят, в комментариях тоже напишите, потому что я не понял вообще ни хера. Ну, я не понял в том плане, что мы нашли собаку, она дала какой-то кусочек мяса там с каким-то лицом. После этого затопило все какой-то херню, и собаку снова смыло. Потом мы встретили вот этого идола, видимо, я так понимаю. Он ставил себе глаз второй. Мы нашли левый, а то был правый, видимо, глаз. И мы куда-то поднимались дальше. Все, и на этом заканчивается в данном случае игра. Как узнать, какие концовки другие, это только посмотреть, наверное, на Ютубе. Может, мы куда-то приедем? Но цель нашей игры была найти собаку нашу, которую забрали злые силы. Здесь, как говорится, игра из разряда «додумывай сам». Вот что получилось, там себе, собственно, и думай. Хорошо, плохо. А если после титров скипнуть? Посмотрим, что там. Текстуры и свет GL Labs. Замечательно. В общем, я с вами попрощаюсь пока заранее. Если что-то дальше... Motion Capture by Олег. Видишь? Фишка, что? Вот это да! Вот это да! Motion Capture by Олег. Замечательно. Короче, спасибо, что смотрели. Это было круто. Мы приехали, кстати. В смысле? Мы ж приехали! Blood by Олег. Что происходит? Это я блюю или тараканы из меня лезут обратно? The time is late. Сатирис. Ну, Сатирис, проект Сатирис мы читали. В записках этих докторов было проект Сатирис. Это, видимо, тот, кто управлял этими крысами. The needs for eyes. Все, я приехал? Ну, нихуя себе, бля. Ладно. Unquenchable. Unquenchable. Что, выговорить надо такое слово? Мы куда-то приехали. Может, я к собаке вернусь? Или это реально конец такой был?
Я уже думал выключать. Так, мусорочек. Ладно, зря расслабились. Хорошо. Шотган даже взяли. Допустим. Так, сейф есть. Странно. Зачем давать титры, если игра еще не закончена? Какой-то здесь подвох определенно есть. Так, значит, оттуда я пришел, тут дверь раз, там проход два. Чего-то я не понял, подожди. Карту взять же можно точно. Стою, смотрю на карту. То есть я могу сюда вернуться в любом случае. То есть вход в квартиру, которая на вид нормальная, из каких-то жоп мира, то есть какой-то канализации, еще чего-то. И Match the Dream. Так, you have чего-чего, это reboot the... Так, это записка, которая про ребут системы, если эти поезда остановятся туда-сюда, ты должен сделать это, чтобы перезагрузить систему. А если снова даст будет энергия, то все зашибись. Так. Так может, это мы и были, получается, работником этого метро? А может, нас там случайно что-то не то бахнуло по голове? Я уже не знаю, блин. Мы не нашли, получается, одну кассету. Одной кассеты нет. Может, я где-то упустил? Тут тоже нет нигде. А это жалко. Я бы посмотрел. Кошмары в этой игре — это отдельная игра в игре. То есть опять вниз. Фу, слава богу, оно закрыто, блядь. Так, у нас есть три двери. И нужно выбрать правильную, чтобы выжить. В данном случае лампочка горит только здесь. Мы, походу, в метро вернулись. Мы вернулись с тобой, пиздецок. Open. Хуй open, блядь. It's rusted shut. It's stuck. Но если лампочка Олежа горит над дверью, то как минимум надо, не задумываясь, туда входить. Вот и вся логика. Там, где думай, не думай, там, где думай, подумай. Так. Слушай, а я думал, игра... Я смотрю... Мы, по-моему, минут 30 уже играем. Думаю, блин, как раз хорошо, хронометраж попали. Игру прошли, но что-то быстро очень. Блядь, что за пиздец? Что-то за санина там. Так, подожди. О, божечки мои, давай налево. Релакс, конечно. В игре про хоррор психологический. Нам пишут о релаксе. Куда же... О, вот и кассета, кстати. Тараканы, блядь. Просто, как говорится, не парясь ни о чем, шпохаются прям. Это не я был. А этот звук издал не я. Пошли посмотрим, что там на кассете. И будем уже двигать до жопу далее. Так, кассета была тут. Я надеюсь, игра разрешит мне вернуться, да? Кошмары я люблю смотреть. Кошмары — это наше все. Я вот думаю, надо ли нам перерыв делать? Игра-то годная. Ну, тут не от игры как бы зависит. Так, давай на всякий пожарный сохранимся еще разочек. Лучше в этой игре делать это почаще. Зачем нам титры показали, я чуть не understand вообще. Вообще непонятно было. Так, приемник, приемник, приемник. Вот он. Поехали. Микстейп-плеер. Дали достижение, но здесь что-то ОБС его не захватывает. Ух ты! Это что за место? I need to sleep. Окей, okay, I'm understand what you say. Ринок, нам надо? Ну, типа, мы приехали в отель. Это полицейская тачка там, смотри, проблесковая. Тук-тук, блядь. Тук-тук. Ну, понятное дело, что никто сюда не придет, конечно же. Не, ну, бро, это было бы слишком примитивно взять и просто тупо лечь. Covered in... А, я не могу сюда лечь, потому что здесь все в жуках. Он говорит, все в жуках. И поэтому нельзя ничего делать. Я понял тебя. Я тебя прекра... Бля, впервые появился силуэт. Раньше, по-моему, просто тень была.
Ладно, хорошо. Пошли тогда поищем кровать, в которой нет жуков, потому что этот отель как-то не вызывает уважения и доверия вообще в принципе. Бля, тут столько дверей, вы что, издеваетесь? Каждую надо проверить? Допустим. Вот это, наверное, то, что надо, да? I can't sleep. Я не могу здесь спать. Кровать какая-то непонятная, короче. Suicide changes into shrunken... Чего? Так, здесь какие-то ленты крутят. Не надо, нам еще YouTube скажет. Чего вы, блядь, смотрите фильмы, ебать? Вы чё? Так, тут понятно. Смотри, в этом зеркале, видишь, отражается, получается, что свечи другого цвета. То есть это какое-то магическое зеркало. Но с ним взаимодействия нет. Ладно. Хорошо, идем дальше. Очень интересное место. И люди интересные. Так, тут закрыто. Можно наверх пойти. Фу. Какие злачные, стрёмные места у нас тут. Just a normal. Ну, я понимаю, что это just a normal. Но варианты-то какие у нас? А сюда можно? Можно, конечно, блядь. Что здесь не так? Запах не тот. Bed looks clean. Это выглядит типа как бы чистым. Я могу здесь выспаться. Ты уверен, братан? Подумай 100 раз. Надо ли тебе это? Вообще за какого-то призрака играем. Слушай, а если я не хочу здесь ложиться? Если я хочу пойти наверх, то наверху, наверное, что-то интересное у нас есть. Так, что за лосяж? Все в порядке. В принципе, там, наверное, можно было бы остаться. Это тоже выглядит хороший, да? Чего? Soaked difter? Ну, ясное дело, что если мы не легли, то значит все херово, короче говоря. Вот это я люблю, вот это мне нравится. It's a nightmare. Это кошмар. Эти штуки, видимо, как-то влияют. Если ты их находишь, оно как-то влияет. Кошмар сантехника, блядь, я бы это назвал, а не твоим. Ладно. Здесь на какой-то мазуте, в какой-то грязище, поэтому тут спать нам тоже не удается. Ладно. Привет, мистер Лосяш. Побежали дальше. Интересно просто побывать, понимаешь, посмотреть. Поизучать здесь. Что-то держит. Ручку не могу открыть. Закрыто. Вот оно что. Тогда надо вернуться. Где там была та комната с хорошей кроватью? Хер его знает, что будем искать ее. Не самый лучший вариант раскладов, конечно. Так, мы лося пробегали. Внизу и там где-то слева вроде бы. Кажись-ка тут. Нет, не тут. Наверное, вот здесь вот. I can sleep here. Это не та кровать, алло. Ты меня просто это самое, ты играешь со мной, да, игра? Закрыто. Где-то, а где-то мы были же здесь, нормально была кровать. Так, наверх я не поднимался, по-моему, здесь. Вот здесь вот, да, вот она. Try to sleep, or, ну, тут try to sleep, давай try to sleep. Ты просто ложишься спать и, видимо, просыпаешься в своем времени, наверное, так оно должно быть. Алло, о. Фу, блядь. Здесь, короче, все в жуках. Но здесь этого не было. Так, по-прежнему непонятное нечто. Я так понимаю, что по логике вещей, раз мы поспали, выспались, у этого тоже здесь не было, конечно же, то что-то должно было поменяться в этом отеле. Слышишь? Это было закрыто. Кто-то здесь спит. Что? Разбуди, спроси. Ты кто, блядь? Тебе сразу втащит. Ну, если будет еще сил, конечно. Ёба. Капельница, кровища, туалет. Хм, странно. Let me sleep. Let me sleep. Какая-то прям дикая дичь творится.
Ладно, допустим. Тут вообще кровати нет. А, это кресло выглядит довольно нормальным, чистым. Я могу здесь отоспаться. Тебя мы уже где-то видели. Если я не ошибаюсь, пошли еще погуляем. Ладно, тогда придется нам серию, видишь, тратить на это воспоминание. Так, там мы были, там мы видели все. Тут заперто, здесь заперто, не открывается. Должна быть какая-то связь. То есть я, получается, полицейский, приехал сюда. Никто не вышел, мы ничего не знаем. То есть надо тупо догадываться, что происходит. Мы должны, видимо, найти что-то странное в этом отеле. Здесь кто-то спит. Здесь мы тоже были. Здесь мы были, это мы видели. Ладно? Так. Диваны. Ну, все нормально. А что сломалось? Что, где сломалось-то? Был звук того, что что-то ломануло где-то. Что-то там находится. Что-то внутри. Это то ли кролик, то ли собака, вообще непонятно. Жуткая херня. Так, это подъем на второй этаж. Допустим. Что здесь? А, let me sleep, мы тебя уже видели. Let me sleep, мы тебя уже находили. Значит, нам сюда тогда остается. Я больше ничего не нашел. Может, я плохо искал, конечно. Но я больше ничего не видел такого. Братан, это должно закончиться. Этот... Ебать копать. Мы попали, видимо, в другую реальность. Как в Silent Hill. Я очень надеюсь, что нам не придется от кого-то бегать. Потому что я... Let me sleep. Может, я могу это, телек твой вырубить? Братан, без телевизора, без белого шума ты заснешь куда быстрее, куда лучше, поверь мне. Да. Ой, блин. Так, что нам надо найти? В данном случае мы просто бегаем, как в P.T, и пытаемся... Пытаемся понять, что поменялось. Где можно примастырить свою жопу или полностью тело? Нет, здесь жуки. Сюда вряд ли, бро, сюда вряд ли. Тут можно? I can't sleep here. Да, оно слишком ясное. Может быть, сюда? It's smell of death. Здесь пахнет смертью. I can't wake up. Я не могу проснуться. Здесь пахнет смертью. Ну, замутили, конечно. Главное, что мы увидели титр. Я, главное, уже попрощался. Хорошо, я хоть записываю. Блять, это будет смешно. Очень смешно будет. Все. С каждым нашим сном все сложнее и сложнее найти новую кровать. Так, это я назад иду. Или я уже по кругу начал ходить. Подожди. Так, стоп, что-то я запутался. Нам, видимо, на второй этаж надо. Тоже грязное. Он как-то странно. Мы когда выходим из двери, оно вот так вот, видишь? Ебать колотить. Наконец-то мы пришли. Кто ты? Давайте я вас обслужу. Хотите? Только не убивайте, пожалуйста. Какой вам номер? Блять! Ебануться ты. Ты чё? Ты чё чувырло делаешь? Вот это было сильно. Вот это было хорошо. Короче, давай здесь остановимся, наверное. А в следующей серии уже продолжим, потому что... Мне кажется, это будет самый правильный вариант. Все, на сегодня хватит Lost in Vivo. Надеюсь, понравилось. Увидимся, услышимся. Пока-пока.